Каждый из команд, приехавших на чемпионат Европы по мотоболу, мечтает о победе. Пока идут отборочные игры, но и в них достаточно накала и драматизма. 22 мая сборная России встречалась с национальной командой Нидерландов. Хотелось бы заметить, что любая команда настраивается на игру с россиянами особенным образом. Спортсмены всеми силами пытаются доказать свой профессионализм и кровь из носа забить российским мотоболистам. Также накрутили себя и голландцы, но у этих команд разный уровень. После двух периодов счет был 9-0. Затем тренерский состав принимает решение выпустить на поле молодежь, и рисунок игры меняется. Не обкатан еще второй состав сборной России такими турнирами, поэтому итоговый счет встречи 12-5. Но это первая победа, и мы ждем следующих. В продолжении темы. Поболеть за державу и поддержать российскую сборную по мотоболу сегодня в Германию улетел глава Ленинского района Олег Хромов. Накануне отъезда Олег Владимирович дал интервью нашему телеканалу. Я честно признаюсь, что я, конечно, знал о его существовании, я знаю о существовании такого вида спорта, как мотобол, но до прихода работать в Ленинский район я не буду скрывать о том, что, конечно, я не был болельщиком этого вида спорта, но уверяю, что буду обязательно. И мне, я думаю, предстоит побывать на финале, где сборная Российской Федерации выступит достойно.